Алоха всем, друзья, снова рад вас видеть. Пятый тур Кубка Чемпионов, где мне придется сразиться с Артвасом, у которого уже 4 очка, и он обеспечил себе выход во второй этап. Мне, чтобы выйти во второй этап, надо обязательно обыгрывать Артваса с нереальной разницей мячей. Но у него Манчестер Юнайтед, а у меня Спортинг. Плюс к тому, я никогда не обыгрывал Артваса. Но я как минимум буду бороться за то, чтобы взять хотя бы первые очки в Кубке Чемпионов. Переходим к самому матчу. Ну что ж, начинается матч. Сами понимаете, какая тут разница в атаке и в защите. Ну, в полузащите это хорошо, более-менее. Но это из-за Петра Гонсалвеша, опять же. О боже, что за эмблема. Ну вот, у него Малассия, конечно, да, все дела. Но у меня вот это вот. Надеюсь, не в последний раз вижу вас. Поехали. Что-то сказать. Рэш. Боже, как же мне... Ну, так, но он пока что не спешит расставаться с мячом. Ну, это хорошо. Сарабия. Потерял. Сука. Почему так все плохо? Что это за... Хорошо. Ё-моё. Пиздец, в атаку, конечно, ушел. Так, ну да... А я не знаю, что здесь делать. Ну, просто по максимуму крыть. Но он не спешит, конечно. Это, понятное дело, не хочет, чтобы я проходил, но хочет, чтобы Марко все-таки прошел дальше. Посмотрим, что будет. Такой дерьмовый пас. Я просто в шоке. Я просто сам себе... А, я еще и на балансе играю. Просто себя ушатываю. Ой, это что за привоз? Я даже не понял. Еще и мяч не мой. Боже мой. Вот тут он забрал мяч. Это... Я да что такой дерьмовый пас? Еще сыпать жизнь, оказывается, в этой зоне. Ёлки-палки. Это такие дебильные ситуации попадают. Честное слово. Чё там, поставили, давай. Сарабия. Теперь, блядь, ничего не поможет. Это мне даже... Ты что? Как это не штрафной? Действительно, желтая карточка. Ну, я тут уже не знаю, что куда давать. Ну, вот, давай, на. Боже, как же мне повезло. Я не понимаю. Ну, посмотрим, что здесь. Эдвардс. Не знаю, что сказать. Просто физухи у меня ушаты. Боже мой. Ну, конечно, запрос это делал такой себе. Это хорошо, что заброса ничего не забилось. Вы сами видите всех этих игроков. Рика, Сарабия, Божечки, Мова. Столько игроков оставляют зоны. Я просто не успеваю ничего. Божечки, ты еще и забрасывай будешь. Ну что это за... Ну, 1-0. Я уже, ну, однозначно я не успею отыграться.
Ну, поздравляю Марку с проходом во второй этап, что тут сказать. Я тут уже не в моих силах что-то либо сделать. Ты, блядь. В таких простых ситуациях профукивать мяч это надо уметь. Я профи в этом деле, как оказывается. Ну, этот уже просто... И даже не туда даешь пас. Тринкау. 1-1, нормально. Ну, знаете, я уже... Ощущаю то, что... максимально меня игра начинает душить, и... На Кубок Чемпионов, сами видите, по моему настрою, я почти что забил. Потому что, ну... Откровенно, я уже перестал получать удовольствие от этой игры, когда вот так вот тебя просто игра душит с этими навесами, забросами. Ну вот вы сами, конечно, видите. Ну, пофиг, что, баланс переключен. А те зрители, которые говорят, что типа я сдулся, раньше ты был прайм, а сейчас сдулся. Да нет, вы всегда видели... обычного середняка, который просто тупо повезло в двух моментах. С Каем, как он мне сам сказал, что он толком не настроился на этот матч. Что с Марку вот эти две штанги, которые ему вечно будут сниться. Поэтому, друзья, ну... Сейчас вы видите то, что должно, в принципе, быть. Вот так вот. Я, конечно, проигрываю Манчестер Юнайтед. Но я не могу сказать то, что я очень сильно расстроен. Я думаю, что игру я покажу все-таки чуть получше. Вот эти один удар всего лишь навсего. Вы сами видите. Все под его диктовку. Но в любом случае признателен Вьеру за то, что он меня пригласил на этот турнир. Если я буду играть в следующих турнирах, то мне однозначно будет... надо будет играть за более слабые команды, потому что, ну, сами понимаете... Вечно за спортинг я не буду так же тащить, как это было на Кубке FIFA Community. И надо бы... Я уже чувствую, что я потерял некоторые свои игровые кондиции. В любом случае, я благодарен португальцам за то, что с ними такой путь проделали. А те зрители, которые пишут, что типа Валера перегорел... Ну, ребят, если вам не нравится мое подгорание, можете меня, в принципе, не смотреть. Это все, что я могу вам подсказать. Но в любом случае, этот турнир для меня подошел к концу. Пусть там четвертый этап обязательно будет. Я, как мне сказали, буду там, типа, принимать участие. Но, ребят, ну, по факту за спортинг мы просто уже не... Я уже перегорел играть за спортинг, постоянно хочется как-то уже все забить на него. В любом случае, спасибо за просмотр. Поздравляю Артема с победой. Поздравляю Марку с проходом во второй этап. Всем удачи и всем пока.